В Твери открылся кабинет равных консультантов. Теперь он располагается в Тверском областном онкологическом центре. Что готовы предложить специалисты и зачем вообще нужен этот кабинет, узнала Мария Шалованова. Выйдя из кабинета врача с онкологическим диагнозом, человек остается один, наедине со страхами и бесконечными направлениями на анализы. Зато потом, уже после победы над болезнью, люди с таким опытом могут помочь другим. Этим и занимаются равные консультанты. Их главная задача – поддержать новичков психологически, составить план действий, объяснить рекомендации врача или просто подсказать, где лучше выбрать парик после химиотерапии. Мы не советуем, мы информируем. Все ли информация у нас есть? О страховых компаниях, как они могут помочь, об ортопедических салонах, то есть о том, что может помочь пациенту. Об эмоциональной, мы оказываем эмоциональную поддержку, а о том, где можно получить психологическую поддержку, мы тоже как бы об этом говорим. Кабинет равных консультантов был открыт благодаря фонду «Все в твоих руках». Это общественная организация помощи женщинам с онкологическими заболеваниями. В нее входят те, кто уже пережил онкологию и готов рука об руку сражаться с болезнью и дальше. За это время, вот если мы приходим два раза в месяц, и каждый раз на наших консультациях бывает от 15 до 30 человек, то это можно прикинуть, сколько уже получили консультацию. И если мы говорим, вот групповая консультация, мы решаем какие-то общие вопросы, да, там задают. Потом после консультации всегда остаются девочки, которые хотят с равными консультантами уже поговорить вот лично. Да, личные вопросы. Потому что вот девочки молодые, возникают вопросы о реконструкции, о том вообще, как сохранить красоту. Поэтому вот уже такие личные вопросы, они индивидуально решаются. Здесь говорят о том, о чем рассказывать пациенту, лечащему врачу, не принято. Это слишком личное. Поэтому такие кабинеты призваны помогать именно с эмоциональными аспектами выздоровления. Я здесь познакомилась с группой, с организацией «Все в твоих руках». И вот они являлись очень хорошей поддержкой при нашем нахождении здесь, так как все-таки при этой болезни очень много вопросов, а девушки очень на них отвечали грамотно. У них большая информация уже есть, так как все они с таким же диагнозом. Кабинет будет работать по средам и четвергам в поликлинике Тверского областного онкодиспансера с 10 до 13 часов.